личная жизнь известного российского актера Константина Соловьева оказалась насыщенной, подробности которой интересуют многих поклонников и в настоящее время. Ради первой жены американки, с которой он познакомился в студенчестве, Соловьев перебрался на ПМЖ в Штаты, параллельно летал сниматься в Россию и пробивался в Голливуд. Именно так постоянный разрыв на две страны постепенно сказался на отношениях с женой, и через несколько лет последовал развод. Будучи на родине, Константин на съемках фильма «Однажды будет любовь» познакомился с актрисой Охрименко. На тот момент актер был еще на грани развода с первой женой. А у Евгении за границей был возлюбленный по имени Офер. Как позже признавалась Охрименко, Константин ушел от Сары из-за нее. В 2009 году Соловьев и Охрименко поженились. В браке у них родилось двое сыновей, а через 4 года после свадьбы они расстались. Сейчас мужчина не признает ни прошлый брак, называя его пиар-акт, ни сыновей. Мужчина избегает всяческих контактов с бывшей женой и сыновьями, но 4 года назад он стал выплачивать алименты на сыновей. Последний раз он общался по телефону с детьми в 2014 году, а виделся с ними в 2013. Отметим, что Константин, еще будучи в браке, закрутил роман с молодой ассистенткой Анастасией Лариной, которая младше его на 15 лет. Вскоре она стала его женой, родила ему 2 дочерей. После того, как актер отрекся от своих старших детей в интервью, он упоминает, что у нее есть только 2 дочери – Елизавета и Елена. А на все попытки Охрименко связаться с ним или рассказать, как выросли Даня и Тимофей, новая жена актера отвечает, чтобы Евгения не унижалась, так как все фото мальчиков он удаляет. При всем этом Евгения, несмотря ни на что, ведет себя благоразумно, не разрушает образ отца своих детей, убеждая, что папа любит их. Она отмечает, что развод не стал для нее ударом, понимая, что так бывает. Ее сильно задело безразличие, и что Соловьев вычеркнул из жизни своих сыновей Тимофея и Даниила. Первенцу Даниилу в этом году исполнилось 11 лет. В каждый день рождения Охрименко у себя в микроблоге благодарит Соловьева за сыновей. Сейчас младшему сыну Тимофею 8 лет, он родился в день рождения своего отца, но папу мальчик не помнит. В прошлом году мальчик пошел в первый класс.